Всем привет, это ваша ежедневная доза интернета. Полицейский просто просит спуститься, но Человек-паук против. Ауч. Эти ребята нашли по-настоящему упругую тару. Так, что ты говоришь, глянь, что будет, если скинуть? Этот бурундук только что узнал, что он знаменит. Я хотела бы тебе сказать, что у тебя 6000 подписчиков. Что скажешь? Все хорошо? Ты в порядке? У этого бедолаги-официанта был очень тяжелый день. Этот парень рассказывает, что будет, если навести огромную величительное стекло на камень. Я фокусирую весь солнечный свет в одну точку. Вся энергия, проходящая через линзу, соответственно, фокусируется в этой точке. И помещаю в нее камень. И это удивительно. Вы можете видеть, как камень гравируется и плавится. И наблюдать, как он медленно превращается в обсидиан. Давай вперед. Я нашел видео с финальным кетчуп-боссом. Пожалуйста, послушайте, как эти крыски едят сырые макароны. Ее собака отказывалась заходить в дом, и она придумала отличный план – притвориться мертвой, чтобы собака пришла на помощь. Спасибо большое за просмотр, надеюсь, вам понравилось, и вы поставите лайк под этим видео. А перевел и озвучил виски. Ага.